Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопиджану Самаюктам Биндаванам Манохарам Ванша калпатару васяке пасинду бевач, таттананг павуне бхавишна вибью намо нама, мукан кароти бача ланг пангунг ланг хетгирим, ятки патам ханг банди парама нандамадвам, бендавай тусиде бой пиавай кесвасача. Кришна Бхакти Паде Деви Шатта Баттвай Намо Нама Нараяна Намаскитта Нарунчайва Нараттама Девин Сарасвати Васам Тато Джайо Мудхира Шанкиртане Кришна Катхо Падеши Гаурия Патрашо Пракасане Ча Садану Ракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамадакша Джагодваруна Дейям Сада Парибхавагна Мавиштадухам Тетас Падам Сивавиринчанутам Сараннам Витатихам Панатопал Бхавадибутам Банде Махапурушате Чарана Аравиндам Ятпада Паллава Накачанда Маничатай Биспуриджи, такимепигубодушва дарша, Пурнану рагра сасагра сарамурти, Сарадикамай кадахипам караси, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддвайта Гададхара Сивасадихи, Гаура Бхактавинда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда. Шиаддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджану ламбита бхужау канака бодату Шанкиртанай капитару камала яктакшо Вишамбару диджавару джугадхарма палу Банде джагат приякару Каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Тада Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Тавам Бхагам Нараяна Прием Ананга Мада Пахарам Варанаси Пурапати Бхаджави Санатам Баги саджуша падани, Лакшми джаша чавакшаси, джасиастиде самбид, вам нишинга махам бхаджи, Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Нитта Нанда Дейто Ратнабати Я
Sivasadi Bhakta Bindai Sametam Gambirayam Sri Krishna Chaitanya Devam Radha Kante Nasakam Namamo Nittananda Daito Ratnavatiya Sivasadi Gaur Bhakta Sametam Gambirayam Sri Krishna Chaitanya Devam Radha Kante Napi Sakam Namamo Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru said that Гаудия Гоштипати Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что на пути Арчаны мы можем поклоняться Вишну Прия Гуранге. И на Рагануга Марге, Баджан Марге мы можем поклониться Гоу Гададхару Виграхе. Гаудия Гоштипати Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Таку Прабхупад Парамхамса Джагадгуру сказал, что те, кто поклоняются на пути Арчаны, они могут поклоняться Гуру Вишну Прия. Но те, кто заинтересованы в Рагануга Марге, они могут поклоняться Гуру Гададхару Виграхе, что более практично. И вот Шакти Матур Абьют, Шакти Ман и Шакти, они не отличны друг от друга. В нашем материальном мире мы не можем понять это. И когда мы находимся в этом материальном мире с материальными представлениями обо всем, мы не можем понять, как это возможно. Шакти Матур Абьют, в соответствии с Веданта Сутрой, мы знаем, что Шакти и Шакти Ман, они не отличны друг от друга. И материальным умом мы это не можем понять. В трансцендентном мире по-другому. А вот в материальном шакти, сила, она внутри нас. Мы не можем видеть шакти снаружи. В этом материальном мире мы не можем видеть шакти, проявленную как-то отлично от нас. Наша шакти есть, несомненно, но она внутри нас. И как мы можем понять? Это очень запутанно. И вот суть в том, в трансцендентном мире Шакти-таттва и Бхагаван, хотя они не отличны друг от друга, но все же мы можем найти какое-то отличное существование, как Рада Говиндаджи. Есть Говиндаджи, есть Радха. Они отличны друг от друга, внешне существуют, но все же не отлично. Хотя мы можем обнаружить, что они отдельные существуют в различных телах, но все же они не отличны друг от друга. Radha Krishna Pranaya Vikriti Radha Krishna Pranaya Vikriti Ladini Shakti Rasmat Ekatmano Upi Deva Vedam Gatoto. You hear now from Chaitanya Chaitanya. From Chaitanya Chaitanya you can find. Sri Radha Krishna Pranaya Vikriti Ladini Shakti Rasmat Ekatmano Upi Deho Vedam Gavan. И вот Читание Читамрити говорится. И хотя Рада Говинда не отличны друг от друга, и хотя мы знаем,
что они не отличны друг от друга, но они принимают различную форму Рады и Говинды. И вот для насыщения лилы они принимают такие различные формы. Поскольку не приняв эти две разные формы, лила не может произойти. Если бы они были в одном теле, то никакой лилы бы не было. И вот тогда, когда они проявляются в различных формах, мы можем видеть это все великолепие лилы. А когда Бхагаван один, то такое невозможно. Когда Бхагаван просто один, то никакой лилы, лила виласа не может быть. Как в Упанишадах говорится, в Шветашватара Упанишаде, что я был один, и я проявился в различных формах. И потом различные лилы произошли прямо или косвенно. Бхагаван, он являет свои лилы с нами здесь, со всеми дживами. И в Нитья-дхаме, в Вечной Даме также он являет свои лилы. И также из прославления Бхагаватам я много раз уже говорил об этом. Вот в прославлении Бхагаватам есть такая шлока. Са эваса. Са эваса. На санскрите. Когда я если указываю на кого-то мужского рода, ша говорится, женского ша, а более длинное. Это такое иносказательный язык, использующийся в поставлении в Бхагаватам, в Скандапуране. Там четко говорится ша, эва, са. О том, что они не отличны друг от друга, говорится, что он — это она, а она — это он. Но в материальном мире нельзя увидеть энергию человека, его силу, как-то отделенную от него самого. Это все вместе. То есть человек, его силу нельзя разделить, это все в одном существует. И вот Гададхар Пандит, он Шримати Радхарани, он наша Гурварга. И различные наставления Писаний, там говорится, что Гуранга Махапрабху, Говиндаджи, Говинда, он пришел в форме Гуры, в форме Гуранги. Он пришел с особой целью, и вот Гуранга Махапрабху пришел сюда, но мы должны помнить, что Гуранга Махапрабху, он взял настроение Бхавы Шримати Радхарани и цвет ее тела, взял тот цвет его тела. Иначе это невозможно для Асура Виграхи, Сега Виграхи, Вишая Виграхи. И вот для Вишая Виграхи невозможно понять настроение Асура Виграхи. И вот суть в том, Гурадга Махапрабху, он украл настроение Шримати Радхарани и не взяв, если бы он не принял это настроение Шримати Радхарани, он бы не смог почувствовать ее чувства относительно его. Он бы не смог прочувствовать все великолепие ее чувств.
И вот есть множество причин, почему он сделал именно так. И вот если цвет тела и настроение Бхава Радхарани украдено Кришной, то тогда откуда Гададхара Пандит пришел, если Гададхара это Радхарани? И вот сияние тела, оно приняло форму Гададхар Даса. И вот мы можем найти другие шакти, другие шакти, он тоже Гададхар Дас его зовут, он в Ариадахе жил около Калькутты, я там был несколько раз, один раз, и вот это Калядаха, и вот Гададхар Пандит Радхарани, сама Радхарани явилась в форме Гададхар Пандита. Обычно люди не могут понять, как это возможно, что Гауди, Ачарья, как Шрила Прабхупад, Бхактивинода Тхакур в том же теле, они находясь в том же теле, как Шрила Бхактивинода Тхакур, находящиеся в трансцендентном теле и в том же теле, у них есть Гопи Бхава. Как вот Шрила Бхактивинода Тхакур, будучи в своем материальном теле, он испытывал Гопи Бхаву и также чувство Бхактивинода Тхакур, как Гора Паршада. И это возможно только в Гауди Бхаджане, чтобы в том же теле иметь Гопи Бхаву и Бхаву настроение, чувство спутника Горанги. И это великолепно, никто не, даже не говорит об этом. Это за пределами воображения. И поэтому мы можем найти Шрилу Прабхупад, Бхактивинода Тхакур, Сиддхартха Махарадж, все они внешне в мужских телах, но внутри их сердца, внутри сварупы Бхавы, они, их Бхава, Гопи Бхава, они имеют женское настроение, они служат. И вот хотя Гуранги Махапрабху не служат в этом мужском теле, но в то же самое время они служат Рада Говинде в другом настроении, в женской форме, в форме Гопи. И это не значит, что и вот Шрила Прабхупад, хотя он находится здесь, в этом мире, в такой форме, но в форме Наяна Мани Манджари, он вечно служит в духовном мире. И вот он здесь вот исполняет желание сердца Шримана Махапрабху, и также как Гопи, как Манджари, служит в духовном мире под руководством Лалиты Саки. И вот Шрила Вишванатха Чакравати подговорит, хотя те, кто смеет те, кто смеют поклоняться Рада Говинде без принятия помощи Гуранги Махапрабху, их нельзя назвать гаудиями, они не понимают Бхаву Гауди Бхаджана. Кто-то спрашивает меня, почему Махарадж в Гауди Матхе мы находим Гурангу Махапрабху и Гуру Гададхара, и Гуру Нитянанду, и Рада Гопинатха в другой, как сказать, в другом месте где-то. А в каких-то храмах Гуранги нет вообще. Я говорю, смотрите, под руководством Гуранги Махапрабху мы, по идее, должны совершать Кришна Бхаджан. Мы не можем игнорировать Гурангу Махапрабху. Несомненно, под руководством Гуранги Махапрабху, значит, под руководством Гауди Гурварги, те, кто следует Гуранги Махапрабху,
на 100%. Если вы спросите меня, я хочу узнать все учение Гуранги Махапрабху. Я хочу встретиться с Гурангой, чтобы узнать его учение, но я посоветую, лучше вы лучше, если вместо того, чтобы хотеть встретиться с Махапрабху, выражая свое ложное эго, лучше, если вы будете следовать Шриле Прабхупаде Бхактисиддханте Сарасвати. Если вы заинтересованы в том, чтобы узнать об учении Шри Чайтаньи Махапрабху, я посоветую вам, должны следовать Шриле Прабхупаде, я гарантирую, вот, могу даже на бумаге написать то, что даже если у вас есть возможность прийти к Гуранге Махапрабху, то то, что вы получите в учении, не факт, что вы узнаете о его учении. Поскольку что делает Махапрабху, как делает, когда делает, как вы об этом узнаете. То есть это, даже если увидите, не факт, что узнаете. То, что делает Махапрабху, слишком иносказательно. И не все могут, видя это, не все могут понять, даже почему Кришна являет Расалилу со многими гопи, как это понять. В чем великолепие его милости? Думаете ли вы, что Бхагаван чувствует какой-то недостаток, какое-то вожделение? Разве это возможно? И из-за этого многие превратно понимают его, и поэтому Гуранга Махапрабху пришел. Бхагаван Шри Кришна пришел в форме Гуранги Махапрабху. Кришна пришел, тот же самый Кришна, но только он изменил цвет тела и настроение, чтобы дать нам понять, что люди, смотрите, это не было мое настроение, мое настроение очень скрыто, вы не можете понять, поскольку вы находитесь на материальном уровне, как вы можете это все понять, где же мое великолепие, мои бхавы. И вот вы превратно поняли меня, и таким образом обусловленная душа может оставить за собой право это не имеет права понять неправильно. Вот, это надо, бывает и часто достаточно, что обусловленные души заблуждаются, что-то недопонимают. И поэтому мой совет вам, то, что вы пытаетесь следовать Шриле Бхактисиддханте Сарасвати. Если вы хотите узнать все учение Гуранги Махапрабху, если вы хотите утвердиться в Кришна Бхаджане, это мой дружеский совет вам. Следуйте, изучайте учение Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханте Сарасвати, вот Гададхара Пандит и Гуранга Махапрабху. Время от времени я очень заинтересован в том, чтобы понять, дать вам понять, когда Гуранга Махапрабху менял свое настроение, поскольку Гуранга Махапрабху, он в Гора Лиле, когда Махапрабху совершал Навадвип Лилу, большую часть времени Гуранга Махапрабху выражал Бхакта Лилу, Лилу преданного. Он просил милости у всех, прикасался к стапам Адвайта Гасая, Шивас Пандита. Он выражал настроение преданного иногда. Он выражал настроение Верховного Господа. И вот он выражал настроение Верховного Господа. И как же это понять все? Что, где, как? И вот он выражал Айшварья Бхаву. Но большую часть времени Махапрабху выражал настроение преданного Бхакта Бхаву. И вот, оставив Навадвип Дхаму, приняв саньясу, Махапрабху ушел. И большую часть времени можем найти Махапрабху
иногда выражал настроение преданного, и иногда Манджари Бхаву, иногда Сакхи Бхаву, иногда Манджари Бхаву, когда и как я покажу в различных лилах, и могу точно показать вам, что это Манджари Бхава. И иногда он выражал Бхаву, Сакхи Бхаву. Но иногда выражал Бхаву Радхарани. И вот и не все могут понять, как, какую Бхаву Махапрабху выражал. Большую часть времени Махапрабху находился вместе с Рарамананда и Сварупдаматара. Большую часть времени слушая Харикатху, и в то время являл Рада Бхаву. И когда перед Джаганатхом, перед Джаганатхом Мандиром, Джаганатхом Рада Бхаву являл перед колесницей Джаганатха во время Радхаятры, он танцевал, являл Рада Бхаву. А когда он прыгал в океан с настроением о Ямуна, там Сакхи Манджари играют с Кришной, вот он с такими мыслями, он прыгнул в Ямуну, точнее прыгнул в этот, в океан, или бежал в сторону Читакпарвата с чувством огромной разлуки, когда и как Махапрабху являл какое чувство, какую бхаву, мы об этом должны говорить с чистыми вайшнавами. И вот мы возвращаемся к Гуру Гададхару. Несомненно, Гуранга Махапрабху, Го значит Гуранга, Го плюс Ра. Если вы знаете Бенгали, то более практично. Го плюс Ра. Это значит Говинда плюс Радхарани. Они слились, буквально объединились. Это называется Ра Говинда, Го и Радхарани Ра. И получилось Гора. И вот я могу показать вам из Мурари Гупты Карчи в различных книгах. Книги Кранапура, там Вишвана Чакравати пишет Свапна Виласамрита. Никто не слышал такого названия. Вот Вишвана Чакравати пишет, что все показывает, как Гуранга Махапрабху и Гурганатхар совершали свои лилы там. Даже Вишвана Чакравати подпишет в предисловии. Перед тем, как начать говорить о Кришна Бхаванамрите, обычные люди не читают такие книги. И вот там Вишвана Чакравати Пад пишет, он много чего пишет, великолепного. И вот все преданные там, Гуранга Махапрабху, в 24 часа в сутки, это Аштапраха называется. И вот Аштакалялила, Аштапрахар или Аштакалялила, у обусловленных душ нет права обсуждать. Но те, кто возвышенные преданные, они хотят обрести вкус этой сокровенной расы. Вишвана Чакравати Пад, он дает указание, намек и указание, что мы должны следовать Гуру Гададхар Лиле, Гуранга Лиле, что Гуранга Махапрабху делает в Новодвипе, какая лила происходит там, мы должны следовать ей. Какую лилу он совершает, но вот им даме мы тоже должны следовать. И время от времени мы видим, на что настроение Гуранги Махапрабху изменяется рано утром. В
Махапрабху плачет, и в то время, зовется Кунджа-бангалила на Бенгали или на санскрите Кунджа, когда Кунджа-лила Радхаговинды, когда она прерывается. И вот Гададхар Пандит, он тоже помогает, что-то делает, и после того, как Раса Сангхиртана в Шива Сангане здесь, Гададхар Пандит, он подготавливает прекрасную постель, как вот как в другой лиле Радхарани делает постели из цветов, и также Гададхар Пандит в соответствии с Бхавой Гуранги он украшает цветами. Ну, причем хорошими цветами, без всяких колючек, чтобы было очень удобно и не колюче. И вот Гададхар Пандит, вот он подготовил прекрасную постель для Гуранги и сам лег, сам лег у стоп Гуранги. Если кто-то выразит какую-то скверную идею, что они то есть лила Гурга-дасхара совершенно другая. У них нет никакой Мадхурия Бавы или еще чего-то, это просто раса служения у них. И вот Гурга-дасхара — это тоже олицетворение Радхи Говинды, но их отношения совершенно другие. Они полностью отличаются от отношений Радха Кришны. И даже Вишнуприя, Гора Вишнуприя, Шрила Прабхупад, он как огонь выступал против сахаджи, которые пытались выставить лилу Гуранги Вишнупри в каком-то скверном виде. То есть именно лила есть, но у них лила есть, но это лила разлуки именно, а не лила наслаждения и какой-то радости. Можно лучше думать, что они подобны Лакшми Нарайне. И Шрила Прабхупад много раз говорил, что мы не должны думать, что они подобны Радха Говинде, поскольку Гуранга Махапрабху и он явился для другой причины, чтобы проявить Випраламба Бхаву, чувство разлуки. Вишнуприя Деви, она помогает ему в этом, в этой Випраламба Расе. Некоторые думают, а что за чувства у них, если они внешние, как муж и жена, то если такие супружеские чувства у них, нет, такого нет. Шрила Прабхупад говорит, что лучше думать о них, как о Лакшми Нарайане, что Лакшми служит Нарайане, но чувства самбхоги, наслаждения друг другом у них нет. И вот если вы пойдете, а если вы превратно поймете Гурга-дасхара-лилу, то это плохо. Гададхар Пандит служит
Гауранги Махапрабху, на его настроение. Она не такая, как Лила Рада Говинда. Он просто служит ему искренне. Гададхар Пандит родился в Читтагауне. Это Бангладеш сейчас захватил территорию. Он сын Мадхав Мишры и мать Ратнабати. И поэтому вначале я говорил, и вот он сын Ратнавати, вот в этой шлоке говорится о нем, тот, кто родился от Ратнавати. И отец Мадхав Мишра, Гададхара Пандит, с самого начала он пришел сюда, в Навадвипу, чтобы находиться, чтобы жить в доме этого дяди по матери. И вот зачем он родился в Читтагауне, если он должен был служить Махапрабху. И вот он родился там, а только потом переехал на Навадвипу жить в доме дяди по матери. И этот дом, он был рядом с Йогапитхом, рядом с домом Джаганнатх Мишри, отца Гуранги Махапрабху, и поэтому они дружили с самого детства. Гададхар и Гуранга с самого детства они играли друг с другом, были такими закадычными друзьями, и мать Махапрабху кормила его с огромной заботой с самого рождения. И все лилы. И вот и вот Махапрабху, он был в детстве такой беспокойный и активно везде ходил. Мамгачи, Вритудвип, ну тут по окрестностям достаточно далеко. Чампахати, Самудагах, вот эти все места, Махапрабху там везде являл свои лилы. И вот в Гадрундвипе, что говорить, он заходил в дома молочников, Гоши, просил молока, йогурта, масла. В то время Ганга текла по-другому, но русло меняет периодически. Если пойти в Матшилы, Шидарда Госвами Махараджа не на речке, а с обратной стороны. Там. Там видно русло большой реки, это там Ганга протекала, а сейчас там одно пересохло.
русло поменялось, где она течет, только вот след такой остался, что она текла там. Такие. А Алакананда тоже в другом месте проявилась. И то, что описывалось лет 100-200 назад, сейчас, если смотреть на это относительно Ганги, то все поменялось. И вся Балья-лила, и все остальное. Вся Балья-лила, как тень. Гададхар и Гауранга, они находились, они всегда были вместе. Гададхар был подобен его тени. И в итоге, когда Гауранга Махапрабху, я хочу дальше говорить дальше, поскольку времени мало. И вот когда Гауранга Махапрабху принял саньясу для освобождение всех обусловленных душ, Гададхара пандит был очень опечален. Он начал говорить: «Думаете ли вы, что после принятия саньясы вы обретете Кришну? Почему? Что преданные не могут жить в ашраме домохозяина?» Гададхара пандит опечалился. И образование Гададхара и Гауранга в Мурари Гупти Карче, там говорится, Гауранга Махапрабху и Гададхар пандит, они учились в одной школе Гурукуле. И Гауранга Махапрабху время от времени он шутил с Гададхаром. Гададхар пандит, он как стыдился чего-то. И вот они учились, вот тот Махапрабху спрашивал у него вопросы по логике и по прочим предметам, и сказал, что пока не ответишь, не отпущу тебя. И вот Гададхар пандит ответил, и Гауранга шутил с ним. И вот после того, как Гауранга Махапрабху принял саньясу, Гададхар пандит, мы уже знаем, он ушел из Навадвипа и отправился в Пуршоттам Даму, в Нилачалакшетру. И там Гауранга Махапрабху явил множество лил, я не буду о них рассказывать. И вот Махапрабху слушал Шримад Бхагаватам от Гададхара пандита. Он очень прекрасно читал Бхагаватам, у него был очень сладкий голос. И он читал Бхагаватам, и Гауранга Махапрабху слушал с неотрывным вниманием. И время от времени, говорится в Шри Чайтанья Чайтамрите, Гауранга Махапрабху просил Гададхара: «О, Гададхар, я хочу слушать о прохладе, прохлада чариту». Ну как вот полгода назад читали, нет, я хочу услышать еще раз о Друве и прохладе. И вот Насугуру Вага говорит нам, смотрите на лилу Гауранги Махапрабху. Гауранга Махапрабху хотел дать нам урок, что мы бы не пытались куда-то прыгать в раздел Расататвы. Пытайтесь слушать Друва Чаритру, Прохлада Чаритру. Снова и снова Махапрабху. Но последние 12 лет он совершал уникальную лилу. Только со Сварупа-дамодара и Рай-рамананды. Но всю лилу Гауранга Махапрабху, он говорил нам о важности и практике преданности всегда, в любое время.
какое поведение, как вел себя Махапрабху, будучи саньяси или будучи домохозяином, то как он вел себя с преданными, как он пригласил всех саньяси на просад в свой дом. Смотрите на его настроение. Все время Махапрабху, он пытался показать значимость преданности, и когда Махапрабху принял саньясу, и в этом случае лила была полностью отличной, но все же перед тем, как войти на уровень уединенного баджана, последние годы перед этим Гауранга Махапрабху, он хотел показать нам, как обрести милость Бхагавана, санкиртаны, яги и прочим, принятием прасада и прочего. И вот Гададхар Пандит, он присоединился к Гауранге Махапрабху, поскольку Гададхар Пандит не мог потерпеть чувство разлуки с Гаурангой Махапрабху. Для него это было невозможно, поскольку с самого рождения буквально. И говорится, что с самого рождения Гададхар Пандит полностью был отречен, не было у него ни капли материального наслаждения. Где нет? Гададхар Пандит с самого начала, я не знаю почему, какова причина, он был маленький мальчик, но все же у него была огромная безразличие, отрешенность от всего этого материального мира. Он был преданным. У него было естественное чувство отрешенности. И вот однажды наш Мукунда, вы слышали, Мукунда, он был певцом Гауранги Махапрабху, он был его киртани. И вот Мукунда однажды посоветовал Гададхару: пойдем, к один прекрасный вайшнав приходит, пойдем, мы встретимся с ним. И Гададхар сказал: да, пойдем. И этот преданный Пундарик Видянитхи. Кто был в Вришабхану Махарадж в Кришна-лиле? В Кришна-лиле и внешним, смотря на него, никогда нельзя было подумать, что он вообще преданный. Он прекрасно, от него исходил аромат каких-то благовоний, ходил в дорогой одежде, в белом доте, с золотой цепью, лежал на подушках, и покрытых этим шелком, белым шелком. Жевал листья бетеля, волосы были намазаны маслом каким-то. Плевался он в золотой горшок, и внешне он, никто бы никогда не подумал, даже никакой мысли бы не допустил, что он какой-то преданный, а тем более возвышенный преданный. И вот, когда Пундарик Видянитхи пришел со своей родины, он с Читаграммой, оттуда же было откуда-то, Читаграмма или как-то так. И вот Мукунда сказал Гададхару: пойдем к ним, пойдем получим даршан великого вайшнава. Да, пойдем. И вот они пошли получить его даршан. И вот подобно
И вот он сидел там как царь, точнее полулежал на своей постели, глаза были красные. И вот он, они подошли к нему, Гададхар поклонился ему, но без всякой веры. В виде его как-то подумал, что кто такой вообще. Ну, поклонился для приличия. И Гададхар не понял, так такова лила. Но то, что Гададхар не понимает ничего, такого не может быть. Но все же такая лила произошла. И вот он как-то заподозрил что-то внутри своего сердца, и было более практично для меня не приходить сюда вообще. И вот он так сказал, что чем сюда пришел вообще. И еще он ездил на паланкине, украшенным этим бивнями этих слонов, и два слуги у него было, которые опахивали его пахалами. Вот Гададхар, увидев такую роскошь, в котором он живет, он подумал, что кто такой вообще такой Мукунда, он понял. Видя выражение лица Гададхара, он понял, что тот сомневается в великолепии этого великого преданного, и решил показать ему. И после этого Мукунда начал, произнес две шлоки с Бхагаватом, вот эти. И вот он произнес эти две шлоки о том, что Путана хотел убить Бал-Кришну, Кришну в детском возрасте. И вот она хотела его отравить своим молоком отравленным. Но Кришна настолько милостив, что он даровал ей положение кормилицы. И вот такого положения она достигла. И Кришна пошел пасти коров, и на нем была гирлянда из пяти ваджантимала, из пяти различных видов цветов. И значение этого слова перевести его как-то сложно. Ваджантимала могут в кавычках, в скобках написать, что гирлянда сделана из пяти видов прекрасно благоухающих цветов. Это ваджантимала, перевод такой примерный, синонимов таких сложно найти. И вот перо павлина у него на голове, и мальчики-пастушки шли за ним. И где бы Мукунда, когда бы Мукунда не произносил эти две шлоки с Бхагаватом, то Пундарик Видянитхи сразу же выражал, он, и вот он начал взывать Кришне: «О Кришна!» Он упал со своей кровати и начал рвать на себе одежду, очень прекрасную, дорогую одежду из шелка. Начал разрывать на себе: «О Кришна!» Гирлянды, благовония,
Это плевательница из золота. Все это разлетелось. И всем были удивлены. И тогда Ганадхар Пандит, он понял, что я совершил ошибку, совершил оскорбление лотосным стопам этого великого возвышенного Бхагават Паршада. О, что же делать? Я не мог понять. Видя внешнюю роскошь, я упустил суть всего. Меня запутала эта внешняя роскошь. Что же я сделал? Какое великолепное чувство у него. Столь редкое. Я совершил ошибку. Как же мне искупить ее? И после этого Пундарик Видьянитхи, спустя долгое время, он вернулся в сознание. Эти слуги полили его водой. И вот он опять сел на свой паланкин. И Гададхар выразил ему почтение от всего сердца и попросил прощения. И Мукунда сказал, Пундарик Видьянитхи, он совершил ошибку, он не понял ваше положение, пожалуйста, простите его и примите его как своего ученика, он хочет получить мантру от вас. Поскольку Гададхар Пандит думал, что если я приму прибежище у него, он простит меня, несомненно. Он олицетворение милости. И Пундарик Видьянитхи засмеялся. Я очень удачлив обрести такого ученика, как Гададхар. Несомненно, я дам ему посвящение. И вот Гададхар Пандит получил мантру дикшу от Пундарик Видьянитхи. Это краткий пересказ. Но Гададхар Пандит, он сам Радхарани, а Вришабхану Махарадж — это Пундарик Видьянитхи. И вот после принятия саньясы, когда Махапрабху принял саньясу, Гададхар Пандиту было нестерпимо, невыносимо тяжело жить в чувстве разлуки, поэтому он оставил Навадвипу и отправился в Пури, где жил Махапрабху. Гададхар всегда был рядом с Махапрабху. И когда Махапрабху принял саньясу, он тоже пришел в Пури, чтобы служить ему. И вот и Махапрабху слушал Бхагаватам с его уст каждый день. И это учение Шри Чайтаньи Махапрабху. Однажды Гуранга Махапрабху в Айтоте, в Джамешвар Айтота, кто-то слышал, когда вы идете в сторону Тота Гопинатха, посередине вы можете найти какой-то храм под землей, может, как по-другому называется. Видите? Ну, там рядом Джамешва. В общем, оттуда Гопинатха слева. Ну, или, в общем, по дороге к Джаганат-Мандиру, там метров 100 или меньше даже, там, этот храм Джамешва под землей. И вот после него, и вот там сад есть поблизости. Однажды Махапрабху с Гададхар Пандитом. Махапрабху сказал Гададхару: «О, Гададхар, я хочу дать тебе сокровище, очень сокровенное сокровище, очень ценное. И как, пойдем со мной?» И вот он пошел и Махапрабху взял
тень какого-то камня и сказал, вот это сокровище, я покажу тебе. И после этого преданные принц Дипи, песок там, песок, а и махам преданные они разгребли то место от песка, куда показал Махапрабху, где была тень камня. И там это оказалось божество Тота Гопинатха. И Гададхар был несказанно счастлив. И вот они произвели Абхишеки, вот там Тота Гопинатха появился так в том месте. И он дал ответственность Гададхару. О, Гададхар, кто еще способен совершать такую прекрасную севу, кроме тебя? И поэтому я даю эту саву тебе, можешь ли ты ее совершать, да, день и ночь. Гададхар пандит, он совершал служение Тота Гопинатху. И Гуранга Махапрабху каждый день пришел слушать Бхагаватам, отправился в храм Джаганатха и прочее. Однажды Нитьянанда Прабху, наш Нитьянанда Прабху с Бенгала, он принес прекрасный рис, очень такой изысканный рис, как будто с Вайкунтхи его привезли. И вот Нитьянанда Прабху пришел с 3 килограммами или около того риса, ну там какая-то 3,5 килограмма. Ман. Как галлоны, литры и прочие там маны использовались для это, ну, как это единицы измерения чего-то. Вот деньги тоже считали в золоте тогда. И вот Махапрабху Нитьянанда из Бенгала рис принес и прекрасную одежду из шелка для Махапрабху. И вот предложил он все Гададхару. И сказал, Гададхара, бери, служи этим Бхагавану. Украшения еще какие-то принес, еще что-то. И вот отдал это Гопинатху через Гададхару. И тот сказал, не уходи, подожди, прини омовение, отдохни, я предложу все Гопинатху и прими прасад. И вот он все приготовил. И в этом саду, огороде на Айтоте особый шаг растет. И вот он его собрал, приготовил, этот прекрасный шаг. Предложил все Тота Гопинатху. И они сели принимать прасад. И вот тут Гуранга пришел внезапно. Что вы делаете? Как мы вот есть собираемся, вы вдвоем, а что, как же я? Да, присоединяйся к нам, мы еще приготовим. Нет, не надо. Все, что уже есть, давай дели на 3 части и съедим. Не надо еще готовить. И также в Пурушоттам Даме связь между Гурангой Махапрабху и Гададхар Пандитом, она великолепна. Я уже говорил о настроении Радхарани. Настроение Радхарани было украдено. Если настроение Радхарани украдено, то мы знаем очень хорошо в трансцендентном мире, если что-то Mm.
что-то кто-то у кого-то забрал, то он там и остается. То есть настроение Радхарани было украдено, но оно и осталось в неизменном виде с ней. Радхарани – это источник всей шакти, всех энергий. Радхарани, Шримати Радхарани – это источник всех шакти. Я имею в виду Рукмини, Сатьябама, Джамбавати. Это источник Радхарани. Они исходят все из Радхарани. Если настроение Радхарани украдено, оно достаточно запутанное. И вот путь любви, путь подлинной сокровенной любви, он зигзагообразен, подобно змее. Если вы любите свою возлюбленную, почему любите, как любите и прочие эти вещи, достаточно запутаны. Вот эта расатата очень сокровенная, и мы не должны объяснять ее перед обычными людьми. И вот Гададхар Пандит, если запутано настроение Радхарани украдено, ну то еще может остается прямо такое простое настроение Рукмини, как Рукмини, когда Бхагаван Си Кришна шутит с Рукмини, Рукмини, ты так прекрасно, ты дочь великого царя, зачем ты женилась на мне, зачем ты вышла замуж за меня, у меня ни царства нет, ничего нет, лучше женись на каком-то, выйди замуж за какого-то царя или принца. Кришна говорит, что я нищий, нишкинчан, и мои все последователи, они тоже бедные, и поэтому лучше выбери какого-то царя для того, чтобы он был твоим мужем. И когда она шутила с Рукмини, Рукмини, она серьезно восприняла его слова и подумала, что Кришна оставит меня, и вот она упала, как дерево банана. Ну, бананы как бы не совсем деревья, трава, если их обрезать, они сразу падают. И вот Рукмини, когда начала падать, Кришна поймал ее, спросил, что случилось, начала опрыскивать ее водой, омахивать опахалом. Что случилось у Рукмини? И после, спустя долгое время он открыл глаза, Кришна шутит, и Рукмини не поняла. Гададхар тоже. Гададхар, он тоже такой просто сердечный. Несколько примеров я приведу. Вы знаете, что Валабхачарья, Махапрабху, отправился в дом Валабхачарья в Райграме на берегу Ганги Муна Сарасвати в Аллахабаде. И вот он встретился с Гурангой Махапрабху, чтобы и вот Сарвабхаума Бхаттачарья и Валабхачарья. И вот Валабхачарья, пытайтесь понять. Ну, когда-то я сделаю заключение из всего, что говорил. И тогда все поймут, почему я иногда говорил жестко, очень строго. Но я должен утвердить Сиддханту. И вот
Вскоре я приду к заключению всего. И вот Валабхабата, Валабхачарья, он говорил Махапрабху, сколько начал возмущаться, что не может принять комментарии, написанные Сидасом с вами. А написал свои, Махапрабху очень разгневался. Ты столь тщеславен, что ты не можешь принять Сиданту Шридхара с вами. Хотя мы знаем, что Шридхар с вами, он изначальный комментатор Бхагаватам. Кто написал комментарий к Бхагаватам по милости Нарисимхадева, я знаю, это место в Бадраке, там холм. Я был там в доме, это удаленная деревня, там лес практически в Орисе. Я был там в доме Шридхар с вами, и там в Бадраке этот холм, и там на холме Бхаджан-Кутир этого Шридхара с вами, и там Нарисимхадев явился сам и перед Шридхарасвами падом и благословил его, чтобы тот по его милости познал все. И вот есть такая шлока, наша Гурварга говорит, я тоже ее произнесу, она очень важна. Вот так эта шлока. По милости Нарисимхадева Шридхарасвами, он может познать все. И вот поэтому, если он обрел милость Нарисимхадева, то глупо как-то его оскорблять. Лучше ничего не делать, чем оскорблять таких великих душ и совершать оскорбление в их адрес. Кто-то думает, что если я говорю слишком строго, то это кого-то оскорбляет. Но нет, я очень осторожен относительно того, чтобы случайно не оскорбить кого-то, и обязанности ачарьи о том, чтобы утвердить Сиданту, и это не оскорбительно. Если бы я совершал апарадхи, то я не смог бы говорить харикатху. И вот Нарисимхадев, и по их милости, по милости Прагита Сарасвати, по милости Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Такура я говорю. И вот без их милости нельзя говорить харикатху. И вот если какие-то плохие люди, скажем, дают какое-то пожертвование, Махарадж как из вежливости принимает, но отдает это в другой храм куда-нибудь, Бхактивинода Такура там или еще куда-то. Однажды один преданный с Англии прикоснулся ко мне, потом пару дней себя плохо чувствовал. Ну, Махарадж не любит, чтобы кто-то прикасался как-то к нему. И вот Махарадж всячески избегает всяческих оскорблений в адрес Гуру Вайшнава. Гуру Вайшнава — это мое сердце, и поэтому всячески
всячески избегает каких-то таких сложных ситуаций. И вот, когда Валлабхачарья выразил такое пренебрежение, Махапрабху очень разгневался и сказал, что ты несешь, если ты не выражаешь почтение и комментариям с вами пада. И вот он привел такой пример, что жена, не слушающаяся своего мужа, она подобна проститутке. И вот с вами на санскрите значит муж, и второе значение — тот, кто может спасти нас. Тот, кто может защитить нас, великий преданный, он тоже зовется с вами. Бхагаван, в адрес Бхагавана тоже можно сказать с вами, но в материальном мире с вами обычно в адрес мужа говорится. И таково общее значение. И Махапрабху, он, если, вот он приводит пример, если какая-то нецеломудренная женщина не слушается своего мужа, не уважает его, то она подобна проститутке. И вот он был шокирован. И вот Валлабхачарья всячески, но... То есть он хотел прославиться. Ну, в общем, он отругал этого человека, который хотел написать свои комментарии вместо авторитетных комментариев Шридхара Свамипада. И вот я не стремлюсь никакой протишчи, никакой дешевой славе, никакой дешевой славе. И вот Валлабхачарья, он хотел... Он хотел пытаться как-то утвердиться в обществе Гауранги Махапрабху. Он как бы хотел какое-то почет и уважение завоевать. Но Махапрабху как бы и общество никакого не организовал вообще. И просто были какие-то преданные его последователи, благожелатели, но Гауранга Махапрабху, так сказал ему, отругал его. И вот на следующий день или пару дней через он пришел, сказал: «О Прабху, я написал значение Кришнанама, хочу вам показать». Ну, Махапрабху сказал, что я вообще неграмотный, даже читать не умею. Поэтому я только понимаю, что Нанданандан, кто такой Шуданандан, Кришна и все. А другие, не знаю, лучше иди куда-нибудь там, в другое место. Там читай свои эти толкования. Может быть, их оценят. Поскольку Махапрабху знал, что такой человек под именем комментариев Кришнанамы хочет сам прославиться. И вот я знаю, что Нанданандан или Шуданандан, и мне этого достаточно, зачем мне столько комментариев. И этот опять опечалился, этот человек. И в итоге он пришел к Гададхар Пандиту. Вот почему я это говорю. Смотрите, он сказал, что если будешь слушать комментарии, написанные мною о Кришнанаме, это очень хорошо. Но он знал, что Махапрабху как бы
послал с его комментариями бестолковыми, а с другой стороны, он уважаемый человек, и его тоже послать будет неуважительно. И вот он думал, что же делать. То есть, если его слушать, Махапрабху недоволен будет, а если не слушать, то он как бы уважаемый человек в обществе, и он недоволен будет. И вот он думал, что же делать. Ну, оскорбительно будет в его адрес. И вот он принял прибежище у Гуранги и сказал Махапрабху: «Спаси меня, что же делать в такой ситуации?» И тогда Валабхачарья начал читать комментарии. Сам, не дождавшись, что ему ответит, тот только думал, что с ним делать. И тут начал читать свои комментарии. Что же делать? И после этого вот закончилось, когда тот ничего не сказал. Ганадхар думал, что Махапрабху накажет за то, что он слышал такие бестолковые комментарии. И вот он пришел к Махапрабху и сказал: «Ты игнорируешь меня». Гададхар начал плакать: «Я игнорирую тебя, да». Ты слышал эти его комментарии, Гададхар ничего не сказал. Он был очень простосердечен, начал плакать и плакать. И что же делать? И после этого Гуранга Махапрабху начал шутить: «Я хотел подшутить над тобой. Я хотел посмотреть на твое настроение и проверить тебя. Я знаю, ты полностью предан мне. Я знаю, ты очень предан. Я хотел, ты подобен Рукмине». И вот как я могу оставить тебя? Ты мое сердце. И вот Гуранга Махапрабху, он отправился в Вриндаван Даму. И Гададхар сказал, что я пойду с тобой. Нет, оставайся, нет, я не могу никого взять с собой. Не могу позволить тебе идти со мной. Нет, я не могу остаться один. Нет, Гададхар, оставайся здесь. Я дал тебе служение Тата Гопинатху. Ты принял обет Кшетра Саньяса. Ты принял решение, что ты никогда не уйдешь с Пурушоттам Нилачалдамы. Нет, я пойду с тобой. Это моя просьба. Не нарушай своих обетов. Ну, Гададхар не послушался его. И вот он сказал: «Гададхар, не надо идти за мной. За мной нет, я не с тобой иду, я один иду, просто в то же направление». И в итоге, когда уже они дошли до Катака, практически Гуранга схватил Гададхара за руку и сказал: «О, Гададхар, ты нарушаешь свой обет Кшетра Саньяс, и ты оставил служение Тута Гопинатху. Мое сердце, оно разрывается от боли. Прошу тебя, возвращайся назад». «Нет, я не могу. Без тебя я не могу жить. О, ты думаешь о своей корысти, ты хочешь наслаждаться моим обществом. Пойдем». И вот она отругала его так. Гададхар Пандит сказал: «Такое Гададхар сказал, мы десятки миллионов обетов, которые я бы, если бы они были у меня, я бы ради тебя их отказался от всех. Все равно я не могу оставить тебя». И Махапрабху сказал: «О, Гададхар, не волнуйся». И Махапрабху оставил Гададхара на берегу, сам сел на лодку и поплыл. И Гададхар, он упал без сознания. И все другие преданные, которые были там, Махапрабху сказал, чтобы они отнесли его назад в Пури, чтобы он служил
Тота Гопинатху дальше. Смотрите, какая огромная любовь у нее была. Сколько любви у нас есть к Шриле Прабхупаде, к Гурварге, к Бхактивинода Такуру, сколько любви у нас к нашей сампрадае, к Гауди Матху. Это наша проверка, какие мы преданные. Как в аэропорту проверяют, что за вещи у вас там. Могут, и даже если что-то там несколько лет назад положили, забыли в сумку, то они рентгеном просветят и выяснят, что там не положено. И вот это очень важно. И это путь через какой-то... Ну, в общем, мы должны видеть суть вещей. Я говорю, чтобы защитить нашу сампрадаю. Много преданных говорили, что я очень беспокоюсь о нашей сампрадае. Но никто не готов помогать мне. Если бы мне преданные помогали, то я обещаю, сидя в Ясасане, я могу восстановить все. Но они не готовы. С другой стороны, многие думают обо мне как о своем враге. Что я не уважаю никого, борюсь со всеми, ну что делать? И таким образом, смотрите, это все признаки. И вот Гададхара Пандит, любовь к Гуранге Махапрабху не может быть сравнена ни с чем. Это невозможно. И вот с самого начала я говорю, постепенно, если вы можете продвигаться в вашем намбаджане, будьте осторожны. Если вы в процессе вашего намбаджана вы получаете поддержку, какую-то силу чувствуете и прогресс в намбаджане, будьте уверены, что вы двигаетесь в правильном направлении. И если что-то нужно, то естественным образом вопрос придет в ваше сердце. И в процессе повторения святых имен думать о Кришна Лиле, это естественно придется. Если думать как-то силой, как-то специально, то обычно ни к чему хорошему не приводит. А когда вы созреете до этого, то это само памятование Кришна Лилы и Гора Лилы, оно естественно произойдет. И вот день за днем я хочу открыть мистерию, почему столько лет я говорил строго, я не хотел никого оскорблять, и я хотел утвердить Сидданту. И вот на сегодня конец. Гамбираям Си Кришна Чайтанна Девам Радха Канте Напи Сакам Намамо Ванчакарта Пуруситасана Hot and cold can stop us our Hari Bhajan. Try to stop. Hot and cold situation, different kind of problem,
can try to stop our Harinam, but we are not going to stop. 45 degree temperature in Vrindavan, I used to stay in the rooftop all day. В общем, мы должны быть беспристрастны и вне зависимости от того, жарко или холодно, мы должны продолжать совершать харибаджан, повторять харинам, заниматься духовной практикой и терпеть то, что все эти двойственности, жара, холод или еще что-то.